самый центр Москвы, исторический район Китай-города, буквально в двух шагах от Кремля, между старейшими московскими улицами Никольской и Ильинкой, древний Богоявленский монастырь, второй по времени основания в Москве, ну, по крайней мере, из всех известных нам московских обителей, это обитель вторая по древности. Мы здесь оказались не случайно. Здесь, в районе бывшего Великого Торга, торгово-ремесленного посада, который к концу 17-го столетия превратился в крупнейший торговый центр, имевший значение не только для Первопрестольной, но и для всего московского государства. Именно здесь, в 1685 году, возникла и начала действовать первая в России высшая школа. Богоявленскому монастырю суждено было стать колыбелью высшего образования в России. Совершенно справедливо здесь, напротив алтаря Богоявленского собора, памятник, установленный 31 мая 2007 года, памятник работы известного скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, памятник братьям Лихудам, основателям Славяно-Греко-Латинской академии, первой высшей школы в России. Братья Лихуды, Ионикий и Сафроний, кстати, у них разница в годах была достаточно ощутимая, большая разница. Ионикий родился в 1633, а Сафроний в 1652. Были людьми знатного происхождения, даже как-то доказывали, что ведут свой род от рода княжеского, но знамениты они не этим, а знамениты они тем, что прибыли в Москву в марте 1685 года, и уже 1 июля в Богоявленском монастыре в кельях, которые были построены специально для них, две кельи, по приказу царевны Софьи Алексеевны, царевны Регенши, управлявшей государством за малолетством своих братьев, родного царя Иоанна Алексеевича и сводного царя Петра Алексеевича, будущего Петра Великого. Вот этих самых кельях начинаются занятия, начинается наше первое высшее училище в русской истории. Ну, а сами братья – доктора, имеют диплом западных докторов, они закончили академию в Падуе, кроме того, они прибыли сюда с наивысшей рекомендацией патриарха Иерусалимского Досифея, который говорил о том, что они истинно православные богословы и суть церковные дидаскалы, ну, что-то вроде современных профессоров. Так что здесь начинаются занятия, здесь появляются первые русские студенты. Алексей Кириллов, сотоварищи, бывшие воспитанники типографской школы, школы при Печатном дворе. Надо сказать, что желающих учиться в Москве оказалось немало. Как видим, это были не только москвичи, но вот в конце 1685 года здесь обучалось уже 40 человек. А когда построили отдельное здание, некое деревянное строение, специально предназначенное для училища, здесь уже было более 100 студентов. К концу 1687 года, когда академия покидала стены Богоявленского монастыря, здесь обучалось 182 человека. Ну, почему покидала? Потому что сам патриарх Иоаким, очень пристально наблюдавший за благоустроением первой русской академии, отправился в соседний за иконоспасский монастырь, где и предполагалось изначально организовать высшую школу, осмотрел место под строительство специальных келий и жилых, и учебных корпусов. Впоследствии там было возведено трехэтажное здание, грандиозное по тем временам, с башней, где разместились аудитории, спальни для студентов и разного рода хозяйственные подразделения, потому что академия была еще и большим хозяйством. Мы об этом тоже поговорим. Но поскольку все начиналось здесь, в Богоявленском монастыре, мы и поговорим о начальном этапе истории первой русской высшей школы. Да и к тому же было бы большим упущением не сказать хотя бы несколько слов об истории Богоявленского монастыря, что мы сейчас и сделаем, направившись в Богоявленский собор. Спустившись в подклет Богоявленского собора, мы
буквальном смысле этого слова добрались до самых глубин истории Богоявленского монастыря, да и, наверное, московской истории вообще. Вот здесь основание здания 14-го столетия. Это каменный храм, построенный в обители. Первое каменное строение вне стен московского Кремля. Сам монастырь был основан в 1296 году святым благоверным князем Даниилом Московским. А в 14-м столетии это уже крупнейший духовный центр. Здесь подвязается преподобный Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. Здесь строгий старец Геронтий, под началом которого вступает в монашество и проходит первые шаги иноческого подвига юноша из аристократической московской семьи с двойным именем Симеон Елиферий, сын боярина Федора Бяконта, будущий святитель Алексий, митрополит московский, выдающийся и церковный, и государственный деятель Древней Руси, воспитатель Дмитрия Донского, один из небесных покровителей Первопрестольного Града. Вот эти вот основания, это не единственная сохранившаяся часть белокаменной постройки, обнаружены были здесь во время раскопок, которые предшествовали огромным восстановительным реставрационным работам, которые проводились в храме 80-90-е годы. Здесь же было обнаружено множество захоронений, поскольку начиная с 14-го столетия здесь складывался богатейший некрополь. Здесь был похоронен Федор Бяконт, отец святителя Алексея, родоначальник Игнатьевых, Плещеевых и Бяконтовых. Известно вообще, если я не ошибаюсь, около 150 захоронений, которые проходят по различным историческим источникам. Это представители таких фамилий, как Голицыны, Юсуповы, Шереметьевы, Воронцовы, Вильяминовы. Их семейное надгробие сохранилось, оно осталось нетронутым. Здесь же похоронены представители рода Репниных, Меньшиковых, ну, в том числе лица достаточно известные. Например, Григорий Дмитриевич Юсупов, сподвижник Петра Великого, воин, полководец, участник азовских походов, Северной войны и неудачного персидского похода. И другой сподвижник Петра, князь Михаил Михайлович Голицын, генерал-фельдмаршал русской армии. Здесь же похоронен сын опального Алексашки Меньшикова. Бывший любимец Петра Великого Данилович, как известно, окончил свою жизнь в Березовской ссылке. Там он построил деревянный храм. Ну, видимо, за отсутствием священника совершал богослужение мирянским чином для немногочисленных местных жителей и даже произносил вдохновенные проповеди. Ну, вероятно, все же переживая очень сильно свое падение. А вот сын Александр Александрович из ссылки вернулся, род Меньшиковых не прервался, его представители похоронены здесь совсем рядом. Что касается времени основания академии здесь, то уже белокаменного этого храма, остатки которого мы видели, не было. Был храм, который упоминается по летописям по 1624 году, ну а потом начинается строительство грандиозного храма в стиле нарышкинского барокко, двухэтажного храма. Нижний храм в честь Казанской иконы Божией Матери был освящен в 1693 году, верхний – Богоявленский в 1696. Когда-то столпы и стены Нижнего Казанского храма были заняты надгробиями, некоторые из них были высокохудожественными по характеру своего исполнения, в том числе и надгробие авторства знаменитого французского скульптора Жана Гудона. Ну, здесь не осталось и следов от этого некрополя, не уступавшего по значимости художественной, исторической некрополю Донского монастыря. Часть надгробий была перенесена как раз туда, где в свое время располагался филиал Музея архитектуры имени Щусева. Здесь, в Казанском храме, мы продолжаем историю духовного образования, вообще образования, систематического образования в России. Московская Русь была обречена завести высшую школу.
Это было требование времени, этого требовала книжная справа, которая началась у нас с патриарха Иосифа, когда встречались разного рода варианты в богослужебных книгах, когда готовили к изданию новый текст Священного Писания. Этого требовала полемика с Западом, не только с католиками, чьи мнения через западное, южно-русское, западное по своему характеру образование невольно проникали сюда, на Московскую Русь, уже назревали первые конфликты, столкновения традиционной и привнесенной точки зрения. Это надо было как-то объяснять. Не просто нам не нравится, надо было аргументировать. Это сочинение кальвинистов, лютеран, которые также бытовали среди московского люда, хотя, конечно, все это очень даже и очень не поощрялось. Это оставленный патриархом Никоном в наследие раскол русской церкви тоже требовал полемики, осмысления всего произошедшего. Ну и просто государственные требования. Нужны были дипломаты, нужны были толмачи и вообще грамотные, образованные люди. И вот предпринимаются многочисленные попытки, начиная с государя Михаила Федоровича, первого царя из дома Романовых, завести здесь у нас училище. Это училище Арсения Грека, это Тартищевское братство. Правда, мы, как известно, не знаем точно, велось ли там какое-то систематическое обучение здешних московских людей. Это школа Епифания Славенецкого в Чудовом монастыре, где учили греческой грамоте. Это училище Семена Полоцкого в Заиконоспасском. Это 50-е, 60-е годы 17-го столетия. И самая крупная попытка завести регулярную школу, и школа эта действовала, это так называемое типографское училище. Возглавил его иеромонах Тимофей. И вот иеромонах Тимофей заводит здесь при самом высочайшем покровительстве государя Федора Алексеевича и патриарха Иоакима училище, число учащихся достигает к 1686 году. Училище существует параллельно с зарождающейся академией, достигло 250 человек. Библиотека потрясающая, около 500 экземпляров рукописных и печатных книг. Это не только богослужебные, святоотеческие книги, не только священное писание. Это Софокл, это Гомер. Конечно, Аристотель, это Платон. Потрясающее собрание античных авторов, совершенно невероятное для Московской Руси того времени. Впоследствии типографская школа будет объединена с академией под единым управлением братьев Лихудов. Первая семерка российских студиозусов греческим языком владела. Они были учащимися типографской школы, где греческому их научили. Ну, а те, кто полагал начало своему образованию именно здесь, в академии, как быть с ними? Существовал своего рода подфак. Начальное отделение, где обучали элементарным основам знаний русской грамматики, а потом следующий этап, первая ступень обучения, когда изучали грамматику русскую, основы греческого языка. Это не значит, что один год, потому что каждое из трех основных отделений делилось еще на два отделения. И вот средняя ступень – это так называемая грамматика церковнославянская и греческая, и латинская. Это очень серьезная филологическая и общеобразовательная подготовка. А вот уже этап последний, высший – это риторика, это пиитика, это диалектика, это логика, это философия и богословие. Богословие венчает собой пирамиды знаний, и каждая из ступенек этой пирамиды подводит человека к богословию. Естественное откровение от разума и восполняет его откровение божественное или сверхъестественное. Ну, а как учились студиозусы, как жили, какие формы отчетности? Вот, наверное, многих до сих пор, тех, кто уже давно прошел всякое обучение и образование, как-то неприятно коробит вот это слово «экзамен». Что-то было такое подобное. Ну, вообще, патриарх Иерусалимский Досифей советовал патриарху ежемесячно испытывать учащихся, прежде всего, конечно, в верности православному вероучению, но и в познаниях. Если сам святейший патриарх не мог, он должен присылать кого-то из верных и проверенных людей. Ну, на деле все сводилось к тому, что на Рождество и на Пасху студенты являлись к
патриарху с поздравлением в крестовую палату и подносили ему орации. Хвалебные слова, написанные на трех языках – на славянском, на греческом и на латинском. Текст прилагался, хотя сначала он озвучивался, произносился, озвучивался лучшими учениками. А уж лучшие из лучших бывали у государей Иоанна и Петра Алексеевичей. Ну, какие уж тут нужны были особые экзамены, может быть, они и были, конечно, какие-то проверки. Но вот Федор Поликарпов, один из первых студентов Славяно-Греко-Латинской академии, говорит с гордостью за свой альма-матер перед государями Иоанном и Петром Алексеевичами, что ученики старшего класса, старшего курса уже перевели с греческого самостоятельно целых 4 книги. Как жили? Жили здесь же, при академии, получая корму, кормовых денег, 3 деньги на день. Выдавалась эта большая стипендия 3 или 4 раза в год, сразу вот этими суммами. Конечно, не хватало. Конечно, этих денег не хватало, но были возможности, когда к патриарху приходили со славлением на большие праздники, а некоторые еще бывали и с именинным пирогом, это уж лучшие из лучших, в день именин, то патриарх их жаловал. Монашествующим из числа студентов он давал аж по 2 рубля ученикам старших классов по рублю. В общем, достаточно приличная сумма для того, чтобы поддержать свой скромный студенческий бюджет. Здесь, в академии, практиковалось нечто вроде ланкастерской системы обучения, когда старшие ученики помогали учиться младшим, следили за их успехами. Лепные барельефы на стенах четверика основного объема верхнего Богоявленского храма словно переносят нас в Западную Европу. Они выполнены или итальянским, или австрийским мастером в самом начале 18 столетия, в 1704-1705 годах. Не только по форме, но и даже по сюжетам. Например, сюжет коронования Девы Марии. Уж он совершенно западный. Напоминают о времени, когда соприкоснулись две культуры. Традиционная православная культура Московской Руси и разного рода западные влияния, которые еще и раньше, в допетровскую эпоху, проникали сюда, в стольный град Москву, особенно после воссоединения Украины с Россией, где эта культура имела уже определенную традицию. Напоминают они и о тех временах, когда здесь, в Богоявленском монастыре, находившимся рядом с Кремлем, в самом центре города, проживали приезжавшие в Россию иностранцы. Но в основном, конечно, это были люди православные. Например, православные греки, представители духовенства из Молдовалахии и из других земель. Здесь для них всегда находились кельи. Монастырь был малобратственным. В конце 17 века здесь было всего-то 30 иноков. А в начале 20-го и вообще не более 20 человек. Ну, а тогда, в те времена, в начале 18 века, здесь проживали 3 арабчонка. И один из них – Абрам Петрович Ганнибал, прадед Александра Сергеевича Пушкина. Маленькие, среди чужого народа, в чужом городе, они адаптировались к новым условиям. И, надо сказать, эта новая жизнь открывала перед ними определенные перспективы, ну уж относительно Ганнибала совершенно точно крестник самого Петра Великого, выдающийся государственный деятель России. После того, как академию перевели в Заиконоспасский монастырь, здесь продолжали жить академические наставники, учителя Славяно-Греко-Латинской академии, а в 1756 году и вовсе из-за пожара, который повредил строение Заиконоспасского монастыря, академия вновь ненадолго вернулась сюда. Ну, что касается, опять же, национального вопроса, национального состава студентов. Большинство составляли великороссы, но учились здесь и украинцы, и белорусы, и молдаване, и грузины. Таким образом, академия изначально служила делу укрепления, единения, союза между православными народами. Кстати сказать, ее ученики вовсе даже не обязательно должны были прийти к церковному служению, принятию сана или монашества. Нет. Здесь давалось общее образование, и
это учебное заведение на начальном этапе можно считать универсальным. Что-то вроде первого русского университета лучших учеников государь, ну тогда государи Петр и Иван Алексеевичи, жаловали и приглашали на службу военную или гражданскую. Академия изначально была всесословным учебным заведением. Здесь одновременно обучались сыновья князей Адоевского и Голицына, сыновья конюха, сын кабального человека, звали его Михаил Михайлов, имена мы знаем. Учились здесь и родственники патриарха Иоакима, Савеловы. Патриарх Иоаким оказывал неизменное попечение об академии вовсе не потому, что здесь учились какие-нибудь его племянники. Он прекрасно понимал всю важность этого нового начинания. Иоаким был человеком достаточно суровым, из военных, дворянин, что, кстати, не так часто бывало в нашей высшей иерархии. Дворянин, ставший монахом, вот по какому случаю. Он служил на Украине, которая не так давно была присоединена к московскому государству, неожиданно лишился жены и 4 детей. Увидел в этом перст Божий, поступил там же, в Малороссии, в монастырь, принял постриг, ну а потом уже отчасти прошел путь патриарха Никона, архимандрит Новоспасского монастыря, митрополит Новгородский, человек волевой, его даже называли «Малый Никон». Он заступил на патриарший престол после патриарха Иосафа, про которого говорили, что он государю недерзновенен, лишний раз не беспокоит. Любил заниматься, кстати, очень книжной справой и изданием новых книг. А вот патриарх Иоаким, получив наследие раскол, был очень суров к старообрядцам и, возможно, в их среде, поэтому возникла легенда о том, что, мол, Иоаким едва ли грамоте-то знал. Знал. Это мы хорошо себе представляем. По ряду косвенных свидетельств даже можем предположить, что, находясь в Малой Руси, он познакомился там с системой образования и вполне понимал, что здесь такое в Москве происходит. Ну, а что касается братьев Лихудов. Их пребывание в академии было, увы, недолгим. Они даже не смогли со своими первыми студентами полностью пройти всю систему обучения. В 1694 году они вынуждены были покинуть Москву. Скорее всего, их просто как-то спрятали, отослали подальше с глаз долой. Эта история очень печальная, потому что выступил против них тот, кто их сюда и рекомендовал. Иерусалимский патриарх Досифей, разумный, уравновешенный. Он вдруг обвинил их в том, что ввели они тут латинское учение, а кроме того, забавляются вокруг физики да философии, о богословии не помышляют. Ну, во-первых, до богословия, собственно, еще не дошли. Во-вторых, как же было не изучать латынь? И патриарх Досифей прекрасно знал латынь, язык международной учености, отчасти язык международного общения, изначально должны были здесь изучать. И вдруг такой бурный протест. Ну, объясняется это вот чем на самом деле. Братья Лихуды решили употребить на нужды академии имущество одного умершего в Москве греческого иеродиакона. Вот в ответ разразилась такая буря. Потом они продолжили свою деятельность в Великом Новгороде. Один из них вернулся в Москву, в типографскую школу, учил там учеников, которых собрал заново. Ну, а в Новгороде братьев приютил один из подвижников Петра Великого, иерарх его времени, сочувствовавший петровским преобразованием, ревнитель просвещения, митрополит Иов Новгородский. Таким образом, первая страница в истории регулярной высшей школы в России была перевернута. И впереди нас ждет следующий этап в судьбах высшей школы Московского государства.